Друзья мои, всем привет! С вами, как всегда, Никита. И в этой серии мы поиграем, как его назовем? Insanis. Или Granny 2D, можно так сказать. Перед началом этого ролика, пожалуйста, спустись под видео, там ты увидишь красную кнопку подписаться. Если она красная, то сделай ее серой. И также не забудь про лайк. А еще не забудь про колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео на моем канале. И смотреть их всегда первыми. И начнем. Сейчас только... Да, начнем играть. Тут у нас часть первая, а часть вторая и часть третья. Сейчас я вам... Сегодня мы будем проходить первую часть. Если игра вам понравится, она вам зайдет, то в следующей серии будет часть вторая. Но вначале начнем с первой части. Кажется, я сошел с ума. И все поминало в моей голове. Я не знаю ее свой дом. Комнаты как будто перепутались. Как мне выбраться из дома, наполненного ловушками, которые я приготовил для незваных гостей? Что за... Ой, я сам испугался, когда... Ну, чего я испугался? Я испугался, блядь, что я не ожидал. Что у нас чисто в теории? Давайте. Так, чисто в теории. Я Гренни. Это я играю. Что за? О, первое. Вот это удача. А все-таки сразу в кочеброль. Лево, вправо. Сейчас, сына, сейчас. Напишу на бумажке этот код. Давай, пока, ради глазик. Ева, блин. Ладно, давай чуть-чуть сами запомним. Пак. Пытаюсь запомнить. Лево, право, блин. Пароль здесь вообще не знаю, как именно запомнить, но сейчас именно его записал. Лево, право, право, лево. Блин, пропустил я. Сейчас еще раз попробуем. Лево, право. Еще раз, сейчас, давай еще раз, глазики, уже право, лево, лево, право, 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 блин, ладно, вообще запутался, реально, я впервые пароль ввожу, поэтому я возьму и, то сейчас, давай, все-таки, давайте еще раз, так, реально, все, запомнил пароль. Давайте все-таки посмотрим. Давайте пойдем на выход. Нет, это не выход. Никогда не подходим к этой штуке, друзья. Никогда. Знаете почему? Потому что вас взорвет. Ну, или Гренни взорвет. Блин, я по... Блин, я реально заблудился в собственном доме. Я сейчас только... Вы не говорите, что я хожу кругами. Блин, где выход? Я не пойму, реально. Я уже знаю код, мне нужен только выход. Реально. Ну, на в какой-то миге, друзья, мы найдем эту выход. Окей, мы нашли кухоньку. Это довольно, мне довольно-то не нужен. Никогда не подходите к этому столу. Лезвие вылезет. А вот, друзья, наш пин-код. Вводим это у нас право, лево, лево, как говорилось. Лево, 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 право, право, лево, право. И неправильно, друзья. Тем более запутался. А мне сиди, когда друзья, давай все-таки пойдем на кухонку. Возьмем ключ и достанем эту штучку. А для чего она нужна, спросите вы? Она, ну это что такое? Ну, достаточно реально прикольный рисуночек. Нам нужно, спросите вы, вот для чего, смотрите. Во! Гениально!
давайте все-таки возьмем и сделаем вот что. Давайте все-таки посмотрим, что тут у нас. А, это у нас картина. Собираем картину. И давайте все-таки именно попытаемся заполнить код, который нам дает глаз. Этот глаз, он нам показывает, куда именно нужно вводить пин-код. Сейчас. И перед началом я должен найти эту комнату. Эта комната чисто в теории находится. Кто все-таки это? Ай, блин, я палец порезал. Реально не пойму. Все тут этот кусок. Ну, на всяких пожарных возьмем. Тем более, если не ошибаюсь, вообще комнаты все перепутаны. Я толком не знала, где. Реально, друзья, такое впечатление создается, что я будто хожу этими, вы понимаете, кругами. Мальчики. Что за? Давай все-таки попробуем. Сейчас я именно сделаю себе. Сейчас начнем. Лево. Сейчас давай. Лево. Блин, давайте еще раз. Блин, я пропустил немного. Право, право, лево, лево, право. А, понятно, кода, смотрите. Я иду, я уже понял. Я именно иду в комнату, куда нужно, это на выход. Чисто в теории сюда нужно идти. А сюда, с этой комнаты. А, вот, выход. Смотрите. Мы входим, вводим этот код. Значит, влево, право, право. Лево, право, право. Лево, лево. Наконец-то, друзья, в кое-том веке. В кое-том веке я ввел пароль. И давайте все-таки пойдем. Вот, идем сюда вот. И хреначим сюда вот эту штучку. И, друзья, давайте все-таки посмотрим. Код. А код у нас низкая. Типа сейчас я нарисую на бумажке, чтобы во всяких случаях этот пау-код нарисую. Все нарисовал. Типа вот. Пошли в комнату. Где этот сейф должен? А вот он сейф. Так, чисто в теории это. Да. И полностью не могу ниже. Подождите, давайте все-таки возьмем, повторим комбинацию. Вот раз. Вот. Опять. Ну реально, я пойму, какой-то должен быть код. Опять. Ладно, друзья, еще раз бегаем. Там. Сейчас запомним. Так, вот. Сейчас я понял, друзья, смотрите, тут мы оставляем только вот, вот. Так. Я сейчас сделал это правильно или неправильно. И вот. Что за? Смотрите, дело. Что? Реально, посмотрите, что дело, что это? Раз, два. Я уже запутался в этом пароле. Уже там пин-код. Реально не пойму. А последний знак какой там. Реально не пойму. Реально тут раз. Реально правильный пин-код. Реально. Или вот так прокликать. Ладно. Плевать на код. Пойдем их в какой-то мега слотерине. Пошли к Сан-Андрине в подвал. Я не могу реально залезть в подвал. В подвал я не могу, значит, друзья. Посмотрим. Реально не пойму в пароле. Значит.
Сейчас мы, как всегда, разглядим картину. Смотрите. Здесь, чисто в теории, я сейчас перерисую картину на свое, на этот свой листок, чтобы понять. Так. Так. Так, вот так. Понятно, так, это у нас, по идее, чисто в теории. Чисто в теории. А, сейчас, ну, так, здесь, по идее, должно быть. Так, все понятно? Я перерисовал картину на свой листок, чтобы реально. Все, давайте начнем. Так, по идее, я развела. Здесь, ну, чё, вопросик прыгает. Нет, ничего не здесь одно. Вот здесь вот так, раз, два. Здесь мы идею оставляем. Здесь сейчас теория на один ставим. Один нажмем здесь. Всё. Все-таки гадать, потому что... А привод на пароль. Где-то должна быть рука, по идее. Мы сейчас должны открыть этот... Реально, я не пойму, что нам сделать здесь нужно. Спички, да, все-таки возьмем все, что... Я не знал, что там это. Ну, реально. Ну, реально, я не пойму, что здесь еще делать. Подождите, подождите, а тут... Может... Начнем прохождение заново, по идее. Я же понял, что нужно делать. Так, возьмем этот предмет. Экипажонок возьмем. Так, что далее? Далее я запомнил пин. Поэтому... У меня он на бумажке. Что тут у нас... Так, пойди. Да, да. Он у меня был на бумажке, и я хорошо что-то записал, а то нужно было пароль вводить. Значит, блин, опять. Она ничего, ничего. Проблема решена. Сейчас посмотрим, что мы тут можем. Давай все-таки моментально достаем этот предмет, вот этот вот осколок, потому что его легче всего достать. Ой, нет, чуть не подошел. Так, заберем. О, прикольно, озвучена девочка, прикольно она. Чё, что когда ты ее берешь, она говорит мама. Ну, чисто в теории, друзья, мы должны. Мы должны что-нибудь сделать. Если не ошибаюсь, найти где-то первое. Ну, сейчас погуляем немного. Найдем. Блин, реально заблудился в этом доме. Блин. У меня есть вопрос, а почему же, когда я вхожу, то я моментально умираю? Реально, не пойму. Ладно, берем предмет, который... Окей, я уже запомнил пароль и... А, вот ты где прячешься там. Так, берем... Берем, да. Угол на всяких пожарных, потому что нужно. Что этот дом заполнен ловушками. Блин, я реально заблудился. Где же эта комната? Вот. Мне нужно ввести этот пин-код. Блин, реально, где? Все, реально. Опять будем ходить. Будем ходить кругами, пока не дойдем.
Блин, ну почему? Я же так много сделал. Пять. Все заново. Реально, какая-то... Так, берем. Она на скорости бежим, как флэш, можно так сказать. А куда бежим? Собираем инвентарь. Все, что прям на скорости прям делаем все это дело. И вбиваем пароль прям по памяти и бежим просто как флэш, опять же, ведь куда же именно в... Бежим как флэш в эту комнату. Я могу разглядеть пароль даже через эту комнату. Правильно. Так, пробуем пароль поставлю. Ладно, лучше соберу картину, чем этим заниматься. А что за... Так, где именно это? А, это на кухне. Так, бежим на кухню. А, это что? Вопросы. Самое странное было. Посмотрите видео, посмотрите. Я жму подсказочку. Она просто ничего не делает. Может, у меня Wi-Fi нет? Блин. А вот и наша картина, которую мы просто... Ну реально, с этим сифом я реально запоролся, потому что я без понятия. Она... Главное это потом... Вначале лучше взять и подкрутить эту штучку. А как шипы именно нужно... Дроп какой-то. Сейчас мы назовем еще раз рисунок, потому что он прикольный. Реально, я не помню. Тем более, если я не ошибаюсь. Подождите, а что тогда? Подождите, а это что? Двор? Вот, смотрите, вы заметили? Какой-то слизи, когда я стою. А, это выход из дома, друзья. Это самый настоящий выход, но если мы пойдем туда, то нас схавает. Схавает листва, и мы... Это что? Что это было, друзья? Что за Ирина? Сейчас что именно? Это бабка за ним? Смотри, что за... Она лунная походка. Бак номер один в России, можно так сказать. Моментально просто делать вот так, и... Она сразу лунной походкой начинает ходить. Просто, ну вот... Я просто без понятия, что тут делать вообще. Может... Может, попытаемся выйти через этот выход? Как же выйти отсюда? Тем более с этим паролем запоролся я. Наверное, именно нам нужно... Давай все-таки так сделаем. Все, я буду кликать. Как кинула посмотреть, пос... все работает. Сейчас все работает. Все, найс. Посмотреть видео за подсказку для этой комнаты. Я вообще без понятия, наверное, я вообще. Вот все-таки пойдем в подвал. Подвал это нужное место.
ладно, друзья, давайте все-таки посмотрим. Боже мой, наверное, давайте все-таки я вам покажу смерть на этой локации и переходим к другой. Ну, реально. Первая смерть вы уже знаете. Вторая смерть находится тут. О, это... Вот, вот я вам покажу зал смерти. Наверное, в следующей серии я подготовлюсь и полностью пройдем. Потому что следующая смерть. Нет, я тут... Вот, давайте все-таки попытаемся по этой локации походить. Потому что я сейчас ходил... Время ходил, сейчас свободно, вы уже видели. Наверное, это тут на время можно ходить, друзья. Это... Ну, вторая смерть уже в первой комнате, друзья. Ну, или не в первой, или в какой-то комнате, где стоит просто шкаф. Ну, вторая, ну, как, не вспомню, по какому счету смерть. Смотрите. Вот, смерть такая. Бабку разрезала, и она отправилась на тот свет, друзья. И вообще, наверное, нам придется забрать. Ого! Друзья, сейчас мы... Ключ. Ключ из чего? Из... От сундука. Я не помню, где он находится, но... Наверное, он находится вот... Сейчас я попытаюсь его найти. Сейчас я его найду. А где же? Так, чисто в теории, если не ошибаюсь. Важно. Где же этот? А, вот и шкаф, ну, умирать. Конечно же, мы не будем, потому что это у нас, по идее... А, друзья, наконец-то я нашел этот предмет. Ладно, друзья, вообще, сейчас, друзья, мы полезем в холодильник Гренни. Но вначале, друзья, пойдем на кухоньку. А кухонька находится вот здесь. Далее просто используем тут. О, рука. Теперь мы, друзья, можем самоуничтожить. Все выкусить, шипы. Я смог уничтожить шипы. Далее, друзья, мы должны куда-нибудь пойти. Но наверняка сейчас... Мы должны пойти за этой вот... Опять я забыл, тут ловушка. Ладно, друзья, давай все-таки сейчас именно в меню зайдем. Сейчас давайте убьем, что во второй части именно. Я сейчас... Сейчас посмотрим немного второй части, чтобы как будто в кошмарном все. Сегодня мне сообщили, что произошло несчастный случай. Поехал вниз, как не посмог. Это у нас новая локация. По идее, тут... Ой-ой-ой, блин. Я уже испугался, друзья. Такого. Реально, оружие весь экран. Ну, реально. Мерзкое. Неправильно. Неправильно. Правильно. Реально, я ничего не знаю, друзья. Давайте все-таки... Чем больше лайков, чем больше просмотров, то будет следующая серия. Сейчас мы уже заканчиваем. Если вам первая серия зайдет, то лайк, подписка.
И новая серия выйдет прямо завтра. Всем удачи, всем пока, до новых встреч.